Здравствуйте. Ямаха 50, она же 60. Это у нас литровый мотор, не путать с 40-кой. 40-ка в этом корпусе в Европе, там F40H тоже была. У нас отдельное видео по этим моторам есть. Это не та 40-ка, которую вы все знаете, F40F. Короче, 40-50, 4-цилиндровый литровый мотор. Он же 60. Соответственно, чтобы 50-60 раздушить, нам нужно либо блок управления прошить, либо его заменить. А, собственно, вот если мы на блок управления посмотрим, 6C1 маркировка, это не что иное, как маркировка полтинника. То есть 6C1 серия, 25 это версия уже программного обеспечения. А в серединке между ними цифры, это обозначение блока управления. В каталоге запчастей как раз вы увидите 6C1, что это полтинник. А, соответственно, люди часто обращаются с раздушкой, и очень часто говорят, что мне предлагают блок управления с разборки с нового мотора, ну не с нового, там с бэушного мотора 60, а просят там каких-то денег, если новый там 100+, то просят, соответственно, 50+. И люди скидывают фото и скидывают блок вот этот 6C1. Соответственно, получите те же самые 50 сил, потому что на разборке хитрят, видимо, нужно прошивать, чтобы получить 60 сил. Соответственно, крышечку декоративную пластиковую отсюда снимаем. Снимаем блок. Глушитель воздуха впускного, впускной патрубок. Два винта откручиваем. И у нас, собственно, стоит вот здесь кольцо рестриктора пластиковое. Вот оно. Соответственно, его мы отсюда удаляем. И после прошивки получаем 60 сил. То есть прошивка блока, удаление рестриктора. Два действия, которые надо сделать. Больше ничего делать не надо, глушитель, все то же самое, все одинаково абсолютно. А понять, что это блок 6C1, можно, подключившись к нему. Кстати, на этом моторе, вот он весь грустно выглядит, у него 2000 часов наработка. Это так, для информации. Он замученный весь тут, на хозяйстве трудится. И если мы посмотрим информацию о системе, мы увидим, что у нас как раз блок 6C1 стоит. Номер двигателя мы не видим. Мотор деревянный, древний на самом деле этот. 50-60 и же с ними. Соответственно, номер двигателя не зашивают на заводе. Здесь блок простой, Mitsubishi. Соответственно, здесь у нас должно быть 6C5, если это 60 сил. Поэтому прошиваем блок, ставим, видим 6C5. Удаляем рестриктор, получаем 50 сил. Ой, 60 сил, надеюсь, понятно. Еще раз, в 70 сил ничего не прошивается. У 70-ки, несмотря на то, что такая же кубатура, та же поршневая, у нее другая головка. И, соответственно, там 70 сил, другой мотор. Можно только 50-60. Дальше никак. Все, надеюсь, все понятно. Ну, собственно, блок прошили. Блок у нас вот тот же самый, мы подкинули на мотор, на полтинник. 6C1 серия. Подключаем мы диагностику. И видим, собственно, вот нам прошили блок. Идентификатор вшили 6C5. То есть блок 6C1 на корпусе, а внутри мы видим, что он 6C5, он прошитый. Но мало идентификатор прошить, нужно, чтобы сама прошивка тоже у нас прошилась. А моточасы у нас все сохраняются вот на том моторе, с которого блок 284 часа наработка общая. То есть здесь ничего не меняется после прошивки, прошивается только сама программа. Единственное, ошибки, если какие-то у вас были в блоке, они, естественно, сотрутся. У нас они не должны сохраняться. Да, все, их тут нету. Потому что там была какая-то ошибка, часто любят запускать на передачу у нас, и по нейтрали загорается ошибка. Так что все, получили мы из 50-60 сил, сняли рестриктор и поехали. Еще раз, 50 шьется в 60. 50 и 60 в 70 не шьется. 70 это другой мотор у Ямахи. Поэтому 50-60 можно. Ну, все, стучитесь, вопросы задавайте. Будем помогать, будем отвечать. Пока-пока. До свидания.